В Северском районе с размахом отметили День Победы. Празднование началось с шествия бессмертного полка. В районном центре с самого утра люди шли к точке сбора на пересечении улиц Калинина и Ленина. У каждого в руках портрет родственника. Участники поделились с нашей съемочной группой историями о ратных подвигах своих героев. За каждым фото своя уникальная история. Виктор Михайлович, это его прадед, мой дедушка. Воевал от Саратова и до Прибалтики он дошел. Ну, потом назад. Но он живой остался в войне, а вот его отец погиб в Беларуси. Я пришел со своим папой Ильиным Анатолием Семеновичем. Когда ему исполнилось только-только 18 лет, а это мальчик, и сразу он попадает на Сталинградскую битву в армию генерала Чуйкова. Прошел всю войну, служа в зенитных войсках, прошел до Вены. Мой дедушка Фоменко Григорий Яковлевич воевал в 32-й гвардейской дивизии у нас здесь на Кубани. Потом воевал на Дальнем Востоке. Имеет медаль 2 за отвагу, за победу над Германией, за победу над Японией. Это мои мама и папа, друженьки. На момент начала войны им было по 14 лет. Папа всю войну прошел как механизатор, а мама молоденькой девочкой совсем работала в тыловом госпитале, а потом отправили добывать соль. Это была очень сложная, трудная работа на озере Бескунчак. Вот всю войну, собственно, для фронта добывала соль. Колонну бессмертного полка возглавили ретроавтомобили, казаки и военнослужащие, школьники. Жители собирались целыми семьями, и стар, и млад почтили память предков, прошедших всю войну или павших на полях сражений, тружеников тыла, детей войны. Участники акции завершили марш перед районной администрацией. Здесь прошло торжественное мероприятие «Мы великой победы потомки». Его открыло выступление творческих коллективов района. С поздравительной речью выступил глава Северского района Андрей Дорошевский. Низкий поклон победителям за спасенный мир и голубое небо, дорогие земляки. 9 мая – день нашей общей памяти. Этот день великого подвига. Он в каждом из нас. От всего сердца желаю всем здоровья, заботы и внимания близких, мира и согласия в семьях. С праздником! С Днем Победы! Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.